нажимается другая, и вот таким вот образом она складывается. Сразу она автоматически фиксируется. Есть специальная ручка для переноса, как чемодан. Потом, получается, вот здесь она раскладывается, вот таким вот образом. Можно посадить. Положение сидя есть у меня. Вот таким вот образом. Ножки можно опустить. Коляска идет на амортизаторе. То есть можно, она амортизирует. Бампер передний вот этот съемный раздвигается. А ребенка на себе повернуть можно будет? Да, можно. Так, есть, получается, чехол. Ой, чехол. Матрасик в коляску. Он будет вот сюда ложиться для мягкости. Вот таким вот образом. Есть сам чехол на коляску. При сложенном варианте можно ее будет сюда упаковать, получается. Она, ну, не будет мараться. Есть у нее чехол на ножке. Вот такой вот. Он вот сюда вот будет одеваться. Это все, конечно, будет красиво, эстетично.